Спасатели, пожарные и работники службы безопасности полетов провели в аэропорту Кишинева тактические учения для согласования действий в случае экстренной посадки самолета. По плану учений самолет Boeing 738 со 120 пассажирами взлетел по маршруту Кишинев-Стамбул, но через 15 минут запросил посадку из-за возникших проблем технического характера. Все ответственные структуры отработали свои действия по принятию борта, в частности, по эвакуации пассажиров, охлаждению поврежденных частей самолета, а также обеспечению безопасности в районе незапланированной посадки. В то же время сотрудники Генинспектората по чрезвычайным ситуациям ознакомились с территорией аэропорта, чтобы повысить уровень осведомленности о стратегической цели в случае реальных вмешательств. Подобные учения проводятся периодически для проверки степени готовности, реагирования в техногенных чрезвычайных ситуациях и проверки координации действий по вмешательству между силами ГЧС и аварийно-спасательными группами Международного аэропорта Кишинева. Учения подобного рода проводятся систематически для сохранения на высоком уровне координации вспомогательных служб.